И что же делать, когда путешествовать хочется, а обстоятельства накладывают запрет за запретом на наши желания? Возможность увидеть мир глазами известных художников предлагают сотрудники Челябинской картинной галереи. Они собрали в некую экскурсию по миру живописные впечатления от поездок, выраженные на холсте. Эта выставка не просто зал с произведениями искусства, а настоящее путешествие. И начинается наше путешествие на Урале, потому что все мы здесь находимся. Первая часть выставки как раз показывает уральских художников, которые с разных сторон освещают наш край. Вот, например, Иван Дьяков, посмотрите, в таком виде показал станции Южно-Уральской железной дороги. Не просто поезда и рельсы, а необычные фантазийные композиции. Теперь мы находимся в Европе, и перед нами центр Колыбель европейской культуры, Греция и Афинский Акрополь. Виктор Эльконин написал такое большое многочастное произведение, которое было, наверное, самым желанным экспонатом, потому что мы долго его доставали. Целую группу сотрудников привлекли, чтобы это монументальное полотно достать из фондов. И, к счастью, оно стало украшением нашей экспозиции и радует глаз зрителей и даже искушенных любителей искусства. Теперь мы оказываемся в Италии. Эта страна была меккой для художников во все времена. И, к счастью, сейчас художники наши современные тоже там бывают. Например, акварели Сергея Удалова, челябинского акварелиста, передают свой неповторимый взгляд на Италию, совершенно, на мой взгляд, непривычный. Второй зал сразу погружает нас в восточную сказку. Армения, Узбекистан, Монголия, Индия, Япония. Все узорище красок Востока собралось здесь благодаря таким художникам, как Русаков, челябинский наш художник, Ниясов, также работал у нас, и, конечно же, армянские художники Аганесян, Асламазян, также работавшие в художнике, смогли создать вот эту восточную, нарядную, пряную сказку. Завершается наше путешествие в далекой солнечной Африке. Голубое море, яркое солнце, люди в красочных одеждах, необычные орнаменты Африки. Все это вдохновляло и советских, и современных челябинских художников на воспевание этой необычной, экзотической части света. Для того, чтобы больше интерес наши зрители проявили к этой выставке, мы придумали несколько фишечек. Например, после созерцания прекрасного каждый может продолжить путешествие уже вне разноцветного глобуса, выйти за пределы стратосферы и оказаться в космосе, в фотозоне, которую сделала челябинская художница Виктория Петримова. Маленьких посетителей выставки ждут еще и сюрпризы. Малыши с удовольствием заберут домой открытки с заданиями. Но главное ведь не бонусы и подарки. Увидеть мир глазами художника и вновь влюбиться в этот разноцветный глобус. Мы с удовольствием ждем всех посетителей на этой выставке, особенно тех, которые мечтают совершить необычное путешествие, не выезжая за пределы города Челябинска.